С обысками генпрокуратура и СБУ нагрянули сегодня в центральный офис Укрнафты. Правда, попасть в здание правоохранителям удалось не сразу. Охрана заблокировала входы и выходы, и чтобы прорваться внутрь, силовикам пришлось выпиливать решетку. Обыски длились более 7 часов, искали прокуроры документы, уличающие компанию в аукционных махинациях с нефтью. По данным следствия, нефтетрейдеры с 2013 по 2015 годы умышленно занижали качественные характеристики нефти и по заниженной стоимости продавали ее частным компаниям, связанным с группой «Приват». В результате государство потеряло 140 миллионов гривен. Обвинение в свой адрес руководство Укрнафты называет абсурдным и потери государства смехотворными. Це абсурдне звинувачення. 144 мільйона гривень – це дуже мала цифра. Досудове розслідування здійснюється щодо порушень у сфері надрокористування. Досліджується декілька епізодів, серед них є епізод продажу нафти за заниженими цінами, нафти, яку видобувала оця установа.